Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Робзи, и добро пожаловать в Roblox. И у нас сегодня стартовал ивент под названием Universe. И в этой игре у нас игра Summoner Tycoon. Мы должны с вами получить рюкзак инопланетянина. Мы заходим в игру и сразу же отправляемся вот на вот эту вот мини-игру, где написано ивент. Мы должны ответить 15 раз правильно, вернее, дойти до 15 уровня. Пойдемте сейчас туда сходим. И попробуем что-то там угадать. Итак, доходим мы до вот этой штуки с кристаллами. Мы должны с вами разблокировать вот этого героя под названием Андромеда. Да, мы должны дойти до 15 уровня. Итак, становимся сюда. И мы должны что-то угадывать. Что именно, я не знаю. Давайте... Что мы должны сделать? Неправильно. Что-то неправильно. И мы подняли уровень и получили 600 кристаллов. Так, что у нас написано? Так, вот так. Ага. Мы должны просто повторять, получается. Понятно. Здесь очень просто. Вот этот и вот этот. Понятно. Мы должны просто повторять цвета, друзья. Просто повторять. Так, зеленый, оранжевый. Зеленый, оранжевый, зеленый. Все очень просто, друзья. Мы уже 4 уровень подняли. Хорошо, так. Оранжевый, красный, оранжевый. Ага. Оранжевый, красный, зеленый, оранжевый. Нет, неправильно. Так, давайте еще раз попробуем. Так, оранжевый. Два раза вот этот вот фиолетовый. И потом зеленый. Раз, раз, два. И зеленый. Отлично, 5 уровень. Следующая сложность. Белый, белый, желтый, зеленый. Белый, белый, желтый, зеленый. Отлично, 6 уровень. Ребята, мне нравится эта игра. Зеленый, зеленый, зеленый и белый, и желтый. 3 раза зеленый, 1 раз белый, 1 раз желтый. 2, 3, белый, желтый. Все очень просто у нас оказывается. Итак, следующее. Желтый, белый, розовый, зеленый. Желтый, белый, розовый, зеленый. Боже мой, какие простые задания, ёшки-кошки. Белый, зеленый, розовый, зеленый. Белый, зеленый, желтый, белый, зеленый, розовый, зеленый. Отлично, друзья! Справились. Мы получаем с вами вот такую штуку. Андромеда называется. И она у нас должна появиться здесь. Так, используем на герой 1. И мы должны с вами теперь убить босса. Так, возвращаемся на свой тайкончик. Где мой? Вот мой герой пошел. Он должен лупать сейчас всех подряд. Так, нам нужно еще с вами дождаться, пока рыснется босс. Вот у нас 260 секунд до босса. У нас какие-то инопланетные здесь чувачки нападают. Так, мой герой сражается. Как у него там дела? О, он всех разрубил просто. Смотрите, он всех расфигачил. Вот это круто. Вот, а сколько у меня, кстати, героев таких? Я могу использовать его на герой 2. Так, у меня их несколько, смотрите. Вот он. А у них тоже Андромеды. Друзья, нужно немножко прокачаться, мне кажется. И пройти этот кончик. Нужно убить босса. Дождаться босс 230 секунд. Мы с вами сейчас еще кое-что сделаем. Так, если я не ошибаюсь, у нас где-то здесь нужно вводить промокоды. Давайте проверим. Гол. Код уже не работает. Ладно, давайте. Какие-то у нас рубис. Отлично, 500 рубинов получили. Вот этих вот, хороший код. Так, следующий код Free Sword. Получили какой-то меч. Ладно, пускай Future промокод еще у нас есть какой-то кодик. Давайте проверим его. Отлично, получили какой-то Коблус Геро. Ух ты, смотрите, что мы получили. Прикольно. И вот такой еще код, не знаю, работает он нет. Я все скину коды в описании. Нет, он уже не работает. И это значит тоже, друзья, работать не будет. Да. Ну, нам достаточно. Смотрите, у нас с вами есть вот такой еще. Он почти такой же, как Андромеда. Ничего себе. А я его могу третьим поставить. Вот. Вот. Пошел мой третий герой. А сколько у меня всего героев, ребят? Сколько у меня? 7 героев. Да, я сейчас тут вообще победил. Я всех смогу победить, друзья. Так, а я могу кого-то купить. Магазин. Кристаллы, питон, 1750 кристаллов. Ай-яй-яй, крутой герой какой, а я не могу взять его. Оружие. Так, что у нас еще есть? Это у меня мои герои. А вот, смотрите, я могу, вот. Смотрите, какой меч я получил.
Обалдеть. Так, а что это такое? Я могу использовать так 1250 кристаллов. Бай. Не могу. Не могу, да, получается, купить так. А такого могу бай. Ага, здесь получается рандомно получаем какого-то героя. Ладно. А если вот такого могу взять? То есть этого я не могу. Уровня не хватает. А этого я могу взять? Тоже не хватает. А за 300? Тоже не могу, друзья. Ладно. Давайте еще раз скипнем. Опять зомбик. Ладно, давайте еще одного возьмем. Почему бы нет? Инопланетянин. Пускай будет. Кто сейчас попадется у нас? И какой-то чувачок. Так, мы их с вами, знаете, что сделаем? Мы зайдем в рюкзак. Где мои герои? Так, какая у нее сила? 7-7, 8-12, 4-12. Неплохой зомбик. Вот. Давайте его используем на героя 4-го. А этого используем на героя 5. А, все, я не могу, у меня 4 героя. И я тоже помогу своим этим чувачкам справиться с этими инопланетными захватчиками. Так, нужно, написано, убить 81 штуку. Убить 2 босса. Но нам с вами, кажется, нужно убить всего лишь одного босса. Мы сейчас проверим. У нас осталось тут буквально... Так, смотрите, я сейчас этим мечом их просто порубаю. О, я помогаю своим героям. У меня 4 героя, ребят. Прям сразу так, Андромеда и еще 3, кстати, не нубских, у меня код на героя я вам дам, у вас уже будет 2 хороших героя. Так, здесь у нас появляется, я так понял, босс через 120 секунд. Опыт, у меня прокачивается уровень, так, вот, да, друзья, нашел, нужно нам убить, получается, 300 этих инопланетных тварей и убить 3 босса. Ну, в принципе, мы с вами справимся, придется немножечко, конечно, подождать. Но мы все-таки это с вами сможем сделать. Итак, тут наши герои справляются, мы с вами прокачиваемся и немножко перемотаем время до того момента, когда я уже, скажем так, выполню задание, друзья. Итак, друзья, это уже мой будет третий босс. Как видите, он рыснулся. Вам достаточно всего лишь ударить его один раз. То есть, неважно, добьете вы его, не добьете. Ваша задача ударить босса. Если вы не ударите, он вам не засчитается. Поэтому нужно в любом случае подойти к нему. И хотя бы один раз его успеть тыкнуть. Так, сейчас мы подходим. Так, я ему ударчик сделал. И, в принципе, босс уже почти умер. Тут у нас куча народа, на него налетели. Его быстро убивают. Так. От этой штуки нужно отходить. Она вас очень быстро убьет. Это запускает босс такую сферу. От нее нужно уворачиваться. Так, где он тут? Он тут в толпе. В общем, режете его и пытайтесь нанести ему урон. Ну, я его точно уже ударил пару раз. Так, опять он запустил сферу. Вот он, белый босяр, у него осталось процентов 20 жизни. Так, бьем его, бьем. И сейчас он уже скукожится. Так, это мой третий босс, друзья. Все, 3 из 3. Мне теперь осталось всего лишь добить 100 инопланетянин, друзья. Так, где моя база? Моя база вон там. Кстати, еще такой лайфхак, друзья. Вы можете не сидеть на одном сервере. Убили босса, выйдете с игры, зайдите на другой сервер. Возможно, там будет откат босса меньше. Так как откат босса 500 секунд, я делал это по-другому. То есть я убил босса, вышел с игры, зашел. Ага, если там остается 50-100 секунд, я остаюсь на этом сервере и фармлю босса. Это происходит немножко быстрее. Итак, у нас, кстати, есть 10 тысяч денег. И да, код, который я вам дал на кристаллы, вот этот вот. На вот эти кристаллы купите себе вот эту вот штуку. Питомца. Так, где этот питомец? Сейчас мы найдем его. Так, вот. Вот этого питомца, он тоже хорошо наносит урон, друзья. Этот питомец очень вам поможет. Также еще можете улучшать вашу базу. То есть прокачивать жизни, прокачивать атаку. Так, скорость прокачать. Давайте мы прокачаем немножко скорость. Ну, это как в стандартном тайкончик. Также я прокачал здесь у нас урон прокачал, друзья. Какие-то кристаллы у меня появились. И у меня сейчас, видите, 11 уровень уже. У меня сражаются, смотрите, 4 вот таких героя. Пятый герой у меня с 15 уровня, пока не могу его призвать. Вот, я открывал, друзья, вот такие вот за кристаллы штуки. Где они у нас? Так. А, вот здесь. Вот, я открывал такие штуки. И мне попадались некоторые... Так, это мы закроем. Вот, попадались некоторые герои, которых я использовал. У меня попалось довольно-таки неплохие герои. Кстати, на одного крутого героя я вам код уже дал. Тоже его используйте. Так, а у нас еще 9000 есть. Мы с вами... что ж мы с вами прокачаем? Давайте прокачаем немножечко еще, наверное, жизней. Еще атаку. И...
скорость. И скорость прокачали. Так, здесь мы все прокачали, денежек у меня почти не осталось. Наши звери добивают мобов. Осталось буквально мне 70 мобов убить. Я не знаю, что вот эти кристаллы, конечно, дают, но я их тоже использую. Давайте я их выращу, эти кристаллы. Я не знаю, зачем они. Может, они вообще просто так, но неважно. Так, давайте кристаллы жизни. 500, так, у меня же 500 есть. Так, все, появился. Здесь у нас стены, но это нам не важно. Нам главное силу, атаку прокачать и все, что можно с этим связано. Итак, осталось буквально 60 пришельцев добить. И мы с вами выполним ивент, друзья. И получим крутой инопланетный рюкзак. Давайте немножечко ускорим. Когда я буду добивать последнего, я вам покажу. Итак, мне осталось добить буквально 5 пришельцев. Мои герои сражаются и отлично справляются с этой задачей. Все, один пришелец, друзья. Все. Мы выполнили с вами ивент, получили значок. И сейчас мы с вами зайдем в инвентарь и посмотрим, что же мы с вами получили за этот тайкончик. И на самом деле тайкончик довольно-таки прикольный. Мне он понравился. Возможно, я сниму по нему видео. Интересный, прикольный, отличный тайкон. Советую поиграть. Ссылочка будет в описании. И также коды будут в описании и на экране, когда я их вводил. Итак, пойдемте посмотрим, что же мы с вами получили за этот ивент. Итак, а за ивент мы получили вот такой Alien Backpack. Ну-ка, давайте мы его сейчас напялим на себя. Реально прикольно. Давайте включим 3D. Смотрите, какой бэкпак. Вот, крутой рюкзак, друзья. А вот он в 3D варианте. Можно посмотреть со всех сторон. Вот такой прикольный ивент, друзья. Кому понравилось, кому пригодилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. А с вами был Робзи. Хорошего настроения, спасибо за просмотр. И всем покедова.